В нападении подозревается мужчина. Неизвестный был одет в черную бейсболку с белой лайбой посередине, черную куртку и штаны, черные ботинки, с собой была темная сумка. Возбуждено уголовное дело по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Просьба тем, кто узнал подозреваемого или что-либо знает о его местонахождении, позвонить по телефону, указанному на экране.